Всем привет, друзья! Мы сейчас с Мелиссой, с моей мамой. Моя мама пошла вперед. Мы сейчас идем на набережную посмотреть, что делается с Днестром. Нас сегодня сообщили о том, что наш Днестр, вода в Днестре поднимается. И сейчас мы пойдем посмотрим, что там делается. Также мы пройдемся вокруг города, и я покажу, что делается в городе. Это моя мама, Людмила Валентиновна. Идемте! Мы уже пришли на набережную. Мелиска, тебе не жарко? Ну, жарко. Жарко. У нас сегодня очень жарко было. Я одела рубашку для того, чтобы меня не съели комары. Потому что последний раз, когда мы пришли на набережную, меня просто скушали комары. Мы, кстати, в тот день покупали мохито, Мелиса пила, помнишь? Да. Сейчас посмотрим. Ну, я уже вижу, в принципе, вода очень поднялась. И сейчас покажу вам. Мелиса, что? Я знаешь, куда предлагаю пойти? Куда? У нас в городе открыли первое в Тирасполе, называется Фруктория. Мороженые роллы делают. Пойдем? Да! Посмотрим, что это такое, как это делают и как это на вкус. Погладь! Погладь, погладь, не бойся. Не бойся, не бойся. А Ирочка, спереди задержится. А еще спереди она может ущипнуться, нет? Интересно, как зовут красавца? Такой носик интересный, как у нашей Весты, кстати, как раз такая. Белая с черным. Ой! А у Весты белая с черным, с рыжим. Это она от мухи отмахивается. А здесь еще ослик. Нет, не ослик. Ослик? Ой, Варочка, ошибочка. Нет. Сейчас жарко еще. Не бойся. Ого, сколько мух с той стороны не видно, а с этой стороны очень много мух. Идемте кушать мороженое. Нам в ту сторону прямо. Идем, подождем. Хорошими делами прославиться нельзя. Известную цитату из Вольфа. Минут 10 надо подождать, и потом вынесут нам наше мороженое. Очень, очень красивое. Так, давай мы пойдем на ту сторону, там есть скамеечка. Идем с бабушкой. Иди за бабушкой. А у меня здесь шоколадное мороженое. Роллы мороженое. Шоколадное с вишневым топпингом и шоколадом. Белый, черный и шоколад. Лисы зефирки. А у бабушки там что? Бабушка? Шоколад с шоколадом, шоколадом и зефирки. Маршмеллоу. Сейчас пойдем на ту сторону и будем пробовать. Там есть скамеечки, мы сейчас сядем и будем кушать там мороженое. Мы пока нашли свободную скамеечку, мороженое уже подтаяло. Вы садитесь, а я буду стоять. Ай, такой вкусный. Здесь кусочки манго, вишневый джем у меня и белый черный шоколад, шоколадное мороженое.
И у Мелисы точно такое же мороженое. Да. Бабушка у нас по шоколаду отрывается. Мы уже покушали мороженое, посидели, отдохнули, передохнули. И сейчас отправляемся домой. А на этом мы с вами прощаемся. Всем пока-пока.